дальше. На переднем сиденье лежат детали разъема. Возможно, предыдущий электрик что-то сделал с блоком. Обычно блок управления аккумуляторной батареи расположен на силовом минусовом проводе, здесь на кузове. А здесь он просто на кузов прикручен без блока. И разъемов блока тоже здесь нету. Ладно, значит, игнорирую проблему с аккумулятором. Давайте посмотрим самые важные параметры. Это давление топлива, 100 оборотов коленчатого вала. Крутим стартером. Напряжение проседает до 11 оборотов и 230. Давления топлива нет. Здесь часто попадаются монеты заграничные, но в случае центра должны быть. Они золотые бывают попадаются. Вот, чех. 1650 долларов, пожалуйста, банк Америка.
чуть-чуть пахнет бензином. Обычно капля бензин. Так, тишина в студии. Одел шланг прямо на штуцер топливного модуля. Бутылка. Нажимаю тормоз и кнопку старт. Слушаем. Жужжит насос. Насос жужжит. Топливо не идет. Все сюда лезем. Нажимаю кнопку старт. Все, спасибо. Смотрите, потечет живот крови. Бензин пошел. Одел кнопочку. Сейчас будет первый запуск. Включил зажигание, перезагрузка, кнопка старт. У нас так шумно. О! Запустились. Работает. Проверь. Я обожаю автомобили Audi. Это моя любимая марка. Видите, даже опознавательные знаки на дисплее. Какой же значок на этой машине? И они с удовольствием даются мне, чтобы я их ремонтировал. С двигателя идет пар, признак того, что он долго не закончился. Запах пыли. Запах масла. Температура 63, прогревается, обороты 700. Давление топлива появилось, 3900 килопаскаль, уровень масла в норме, внутренние неисправности, адаптивный круиз-контроль, нет связи. Блок адаптивного круиза стоит в левом кольце, вот оно, там должен быть блочок. Вот его объем. Где-то здесь я видел адаптивный круиз, вот он, поэтому нету связи. Надо поставить решетку, подключить блочок, решетка вы поставил и подключил. Вместо предохранителя здесь стоял мощный жучок. Я поставил предохранитель, он не перегорает, питание идет. Но связи с блоком нету. И в блоке двигателя висит ошибка по связи с адаптивным круизом. А ну давайте посмотрим, у него здесь три провода. Красный, коричневый и фиолетовый. Коричневый это обычно на Audi масса. Да, масса. Красный по идее здесь плюс должен быть.